Достар, исігізден а? 21 майда ТНТВ каналы зор кастинг күткерді. Кастингта 300-ден артық кіші қатнашты. Шулар арасындан біз ТНТВ каналына алып барушылар сайладық. Қазір енді оларының сәләтлерін сынап қарар вақыт жетті. Кастингтан аша келген Болат Абдырахманов һәм Раил Габдуллин сізнің үшін нәрсе әзірләділер екенін білерге тілейсіз ме? Жауап экрандарда. Сәлем, дуслар! Сәлем, мен Булат Абдырахманов. Мен Раил Габдуллин. Бүгін біз шоу-біз тапшыруына үр яңа рубрика алып келдік. Бүгінгі шығаралышта біз Қазан халқы білен социаль эксперимент өткерешекпіз. Бір кемгә дә сүрту көл, ауылда шәхәргә мінгләгән яш қызлар һәм яш жігітләр оқырға дейіп киләләр. Әммә дә ләкин біздің шәхәребіз диварларында аларны төрле мажаралар көтергә мөмкин. Бүгін біз сізгә нәқ шундай мажараларның берсен тәқдим итергә булды. Күз алдыгызга китерегез. Гади генә егет Қазанға шит республикадан оқырға килергә була. Ләкин беренче көнне үк үз вайымсызлыгы аркасында документлары белән акчаларын югалта. Нишләргә белмичә аптыраган егетебез кешеләрдән ярдәм сораячак. Һәм инде казанулар бу егеткә ничек иттереп карарлар икән. Ярдәм кулын сузучылар булырмы, юкмы? Шул турыда безнең беренче экспериментыбыз. Афу итегез, булыша алмассызмы икән миңа? Мен Қазанға мында оқырға келген едім, бүгін оқырға кіруге келген едім. Менің документтарымды, ақшаларымды барысында ұрлап кеттілер вокзалда. Мен ақша сұрамаймын сізден. Мен просто ертеге менің билетім бар, электронды вариант, әйме, не де интернетте. Мен бірақ қоя қонып қана кетерге еді. Аңысы мен бүгін Башкириядан келген едім өзім. Студент өмірінен бітіріп келдім. Оқырға келерге келген едім. Мында вокзалда бүтін сабақ бағырады мені. Мен в принципе мен болса да алмайын да бір күн ішінде. Афу итегез, болыша алмассызмы икән? Афу итегез, егетләр, болыша алмассызмы икән миңа? Киемнәрне ниләрне бөтенләй сынап киттеләр. Менә полиция участогыннан аташ, менә просто минем итәгә билетым бар кайтырга. Ә киемнәрне ниләрдә юк, просто менә бүген Казанда кайда переночевать итеп булай әйтә алмассызмы икән, апа? Менә бер көн генә кунырга кирәк, менә әйтсәгез. Хоть подъезда да кунам, апа, просто. Белмим, мотор не знаю даже. Вообще бір варианта юк, мапа? Вариант никакой нет, белмим. Болышал мисыз? Юк, не могу, честное слово. Я и Рахман Виза. Афу итегез, извините, болышал масыз мекен? Әсіз мя болышал масыз мекен? Бірай нешек бірай қой қонып болса да кетірге. Қазанда бір жерде қонып болам екен, айта алмассыз ба екен? Вообще болыша алмайсыз ба бір нәрсе білен? Жоқ па? Ғафу етіңіз апа, болыша алмассыз ба екен? Мен полицейский участок қайда екен ғана айта алмассыз ба екен? Мен просто міне бүгін ғана Қазанға келгенім, оқырға кіруге ме? Менің вокзалда бүтін әйберлерім ұрлап кеттілер. Шуға көре білмеймін. Вокзалда бар біздің полицейский участок. Вокзалда. Мен әмін просто северный вокзалдан келген ем, мұнда қатлы бұлай келдім енді мен күшке-күшке, нәрсе қай қойды. Северный вокзалда бүтін кеде вокзалларда, анда бар бір милицейский участок. Пранк результатлары әліге бір кімнің де көңілін жылтырлық түгі. Эксперимент дәуірінде біз кімге ғана келіп қарамадық, әғаларың бірсі де ердем қолын сұзмады. Әлі енді Қазан халқы шыннан да шындай салқын екен. Әйдегіз давам етік. Сәмісіз. Афу итегіз, сіз айта алмассыз ма екен, мұнда полицейлер қоя бар екен участогы? На русский, мен айт нәрсе. Полиция участогы қоя екен, айта алмассыз ма екен, апай? Полиция білмеймін, мен қоя. Тек ешерден сұрауға керек. Мен міне бүгін оқыра келген ем, апай Башкириядан. Вокзалда бүтін үйбірлерімін орнадылар. Рита полиция. Просто я вот сегодня приехал из Башкирии учиться, у меня в вокзале все украли. Мне, в принципе, денег не надо, у меня на завтра билет есть, мне просто сегодня где-нибудь, я не знаю, вообще здесь впервые приехал и вообще... Вот надо, это где милиция тут рядом? Я здесь и не знаю, на кого-то... Не, ну вы же понимаете, то, что полиция все равно сзади мне ничего не найдет, я завтра уеду. Мне бы... Узнать. Мне бы завтра уехать, чтобы, ну, сегодня где-нибудь перенять...
Юхара келек ей бүгін бірежерді апай, қоя юхап олай көмейонда, чтобы... На вокзале только. На вокзале только? На вокзале вот так красиво, у меня покрали два узбека, я теперь в жизни никого не пущу. На вокзале? Да, больше нигде. Если милиция подойдет, скажу, вот такое дело. Милиционеры, вы же сами понимаете, какие полицейские у нас, они не найдут за день все равно. Афу и тих запа, был шалмас из Микен. Полицейский участок, поехали, не тих запа, пожалуйста. Қой полицияға мұрежағыт ете алам, қойсы жерде мұрежағыт алам. Мен мұнда, мұнда біз мұрежағыт ереді. Просто мен Башқырстаннан келіп бүгін ұқырға кірмек шейдім Қазанға. Кейбірлерімді, паспортларын, документларын барысында орылап кеттілер. Қазір мұна білмейм, бәлкі полицияға обращаты сетсем дейінді. 02 түгілмесе енді? Йоқ, мен телефон, у меня все украли, вообще ничего нет, бірей-бірім йоқ. Мен қоя білмеймін, іштерге, менің ертегеге билетларым бар енді, мен бірек қойда қонып болса да кетірге еді. Олышалымсыз, может, бірерінде тонышларығыз бірек кіртіп тұрға, хотя бы вокзалда қонасы келмеймін. Білмеймін қой, әйкен де білмеймін де вокзалмынды. Туйдым енді мен күні бұғышыла ерейм, ертеген берілі мені. Полицияға... Сіз неге сразу шолтығат адамсы? Мин, потому что я даже сам не понял то, что у меня вещи украли еще. Сразу надо было, когда украли 01, а мы 02, а мы шел кто-то с улицы, меня везде кто-то украли. Не только 01, 02, твою мандрину. 02, йох, сотовый телефон не берет 02, на самом деле. Сразу надо было, меня мандрина, борду видели, борду видели, магазин, пару взяли, шли, пили. Онда бит милицияларда тұра. Милиция түгін енді? Йоқ, анда йоқ, мен кіріп қарадым енді. Алар йоқ, аларға все равно. Охранниклар вообще бізге бар бір деді. Міне, қойек енді бұл. Просто міне, кімге міне жағат түрген емей, негіздер міне бүгін Башкириядан келдім, 11-ні бітірдім мәктепіне. Келдім, вокзалда бүтін кейімден орнадылар білені. Сіз па сөте оңызсыңды байызларын шегіштей қан, амия бір күнішінде бірсет алмайлар. Міне, оқша сөреде бөлі көрмәң, әзегетлер, мен ертегеге менің ұржы кетерге билетім бар енді, электронды билет. Әміне, ну, Қазанға бірінші тапқырым келдің, әші ничего не понимаем, бірін өсе білмейм. Останешь жесте. Ну, вот внутри, где мы. А, ема, здесь. Через дорогу, помнишь, там полицейский участок? Айта алмасын мен камеранда қоя қонып болай, әйтлер, вообще, біргене түн қонырға керіп, мен ұштопай завтра уехать. Бір түн қона, вообще, скажете подъезда қоны, деп мен подъезда қонам, мен главный қонырға орын болсын. Где переночевать можно, вообще? Вообще, бесполезно. Қойда, мында мне, Қазанға келдім, вот шынды ем. Бар, айтам. Яқын тередігіне. Какой процесс сейчас мы оставим тут? Там есть две. Вот мы переходили же, вот смотри, вот мой дом, две дороги широкие, через это переходишь, и вовнутрь во дворы заходишь. А, да, вот. Там. Как объяснить? Я хантри рядом с вами. Восстание, да, харай там. Нам пальцы, пальцы. Я мон добрали, не обсудите, ларек, мы с вами шунды, мне винды. Мы с вами без добра не дали, дар. Есть, ты... Мне бритвен кунырга гана просто меня и все. А здесь охрана? Там, наверное, просто охрана. Вот на восстание там чисто полицейский участок. Но если в охрану сходить, они помогут, наверное? Ну, наверное. Зачем сейчас туда перейти, он даже не знает, где, наверное, сейчас. А охрана пойда? Нем, да. Тар подземку-то началась, он да? У меня вон да, на баре ей курдым. Не был, и. И? Ну, я та, авто. Анда ехал планы? Сырарсан, аларсан айтерлер. Может, ал парар, ты говорил, полицейский участок. Афы, ты был шалмас из Мегами, полицейский участок, а я кенный талмас из Мега. Какой полицейский участок? Ну, любой. А что случилось? У меня обокрали. Так, полицейский участок.
Вон там, видишь, из торгового центра «Семья». Ага. Есть. Где? Это. Вон, туда. Ага. Вон сюда. Давай, знаешь, как сделаем? Я тебе позвоню, я сейчас позвоню, скажу, куда дойти. Бүгін мен Башкириядан келген едім. Оқырға кірген ешін мұнда есіп. Башкириядан келдім, мұнда вокзалда бұтын өсіп, бақыр әлі менім. Мен өлі көрмәсі, оқша сұрыды, бірінсі өлі көрмәсі. Просто мұнда мемлітаға бейілді бар. Менің ұйқыларға керек бүгін бір жерді. Не подскажете ме кәм, қойда болам екен мұна онда. Қазанда. Әйі, мен айттілер аны бұтын күшіп келді. Нет, ничего там. Вот. Просто меня мило, узик заунился, не хазарга поездка сказала, не чего шли кайла, меня брыканыч не принес, толп тобер меньше плер. Просто меня мимо тега гадига электронный билет бар, а бугом меня брежит, да, я хлорал кирек, что меня брежит, был шалмасмиком, а и талмасмиком, не подскажете мне? Даже что-то это, не знаю даже. Айда сега, ахша беремин как? Йок, апа, кирек, мне ахша берек урмаз, йок, меня просто меня... Айда, все равно мало ли чего, я не даже сейчас не читаю. Так, как проще-то. Просто мне бугом хазанга ухрак килдин. Ну, украга кирге деп келген едим, менин айбирлерим урлап кеттилер. Хазир мына кайсы жакка нерселерге экен деп билмейм. Сейчас скажу, как проще. Вы сейчас доедете, наверное, еще одну остановку? Эм, жок, мына вот даже окшам, даже не... Барга да окшам жок. Знаете, он... Жок, окша керек түгел мен. Нет, зачем? Жок, окша сурамайм, просто... Менин иртеге кетерге билетим да бар мында, мындан, эми. Билет. Йо, кирек, ты не надо денег, нет, не надо. Вот там у нас камера стоит, мы снимаем социальный эксперимент. Спасибо за отзывчивость, спасибо большое. Йо, Рахмат Игитлер, на самом деле социальный эксперимент. Да, вот смотрите, камера на этой гинде. Вот я, Игитлер, в натуре. Спасибо, не надо звонить, это социальный эксперимент, вот там наша камера. Мы просто людей на отзывчивость проверяем, здесь микрофон. Нет, он там есть. Да, спасибо большое, спасибо. Йо, папа, на самом деле, вы социальный эксперимент Канайда, на хорошо, ты на камера? Бессовестно, да? Рахмат Бигзуров, по-моему, я сейчас бердем брик 60 гизда была, что я откликнулся ткань. Я бы дала бы что-нибудь хоть раз это что-нибудь купить, а жарговой. Йо, рублей 200 дала бы точно. Йо. На самом деле, Эбби, вы социальный эксперимент Канайда, вон там камера, видите? Да. Вы просто телевидение ищен. Дүния болғаш бар да бұла. Хәм хәр бірімізді шушы оқ секундта ауыр халда қаларға мүмкінбіз. Әйінде ауыр халда біз ердемні бөтендерден сұрайбыз. Қай бір уақытта бұл күшілер сізге таныш та болмасқа мүмкін. Әмі шығыр шарағыз болмаса, түрлі еллар әзіле башлайбыз. Бүгінгі эксперимент результатларыбыз бал хәм май сылаған епексегі кібік түгіл. Ләкін арабызда әлі де ердем құлы сұзышы күшілеріміз бар екенлігін көрсетті. Әгер де күшілер сізден ердем сұры екен, ердем етігіз. Шүнкі бұл халден бірімізді арынмаған. Сіздің үшін бүгін мен Булат Абдрахманов, һәм мен Раил Габдуллин едім. Пока! Пока!